Всем привет, с вами Эд Гринько. И сегодня мы поговорим о важной теме, о том, что всех интересует, о том, как все-таки преуспеть в этой жизни. И давайте пробежимся по нескольким пунктам. Какие качества важны, а для того, чтобы добиваться в жизни результатах? Первое качество – нужно быть на 100% уверенных в своих силах. Уверенно в себе нужно развивать. Первое – развивайте уверенность в собственных силах и в себе самом. Второе. Не нужно винить никого в том, что вы не преуспели или что-то у вас не получилось. Первое. Если у вас что-то не получается, разберитесь с самим собой. Если у вас что-то не получается, это только ваша вина. Вы в этом виноваты. Разбирайтесь с самим собой, решайте эти проблемы и работайте над улучшением самого себя. Третий пункт. Развивайте свою голову. Работайте над своей головой. Развивайте ее. Развивайте интеллект. Развивайте свое мышление, не цепляйтесь за маленькие вещи, думайте только о глобальных вещах, думайте о том, как улучшить себя, постоянно развивайте свою голову, читайте книги, эволюционируйте. Маленькие мысли, они вас тянут вниз, большие мысли, они тянут вас вверх. Четвертое, работайте над тем, чтобы устранять негатив из вашей жизни. Не кормите себя всякими негативными мыслями. Это хочется делать, хочется смотреть негативные вещи, хочется захламлять свою голову всякой фигней. Самое важное, это кормить себя только позитивом. Только позитив позволит вам расти внутренне. Это как вода или как солнце для цветка. Да? Он растет, когда есть вода, когда есть солнце. Пятое, будьте правильным человеком. Относитесь правильно к людям. Делайте правильные действия. Не завидуйте никому, потому что если вы будете завидовать, вы блокируете свой результат. Не надо никому завидовать. Думайте правильно. Относитесь к людям правильно, как вы хотели бы, чтобы вам относились. Следующий пункт – долги. Избавляйтесь от любого долга. Финансовый, там, неважно какой долг, старайтесь от него избавиться. Долги всегда блокируют приход другого к вам, чего-то. А если это финансы, ваши долги блокируют то, что к вам не приходят другие деньги. Если вы хотите денег, избавляйтесь от долгов, которые у вас есть. Долги финансовые, долги, там, помощь кому-то, помогите кому-то, да, если вы перед кем-то должны, обязательно любой долг погасите. Долги блокируют всегда приход. Нужно, чтобы эту блокировку снять, и тогда к вам приходят деньги. Помогайте другим людям. Помогайте кому-то. Помогите бабушке, которая просит там денег где-то стоит, да? Помогите дедушке, которому тяжело. Помогите церкви. Сходите, поставьте свечку, купите какую-нибудь икону. Помогите животным. Некоторые животные нуждаются больше помощи, чем люди, потому что у животных нет рук. Помогайте больше даже животным. Это важнее, потому что у людей есть руки, ноги, голова для того, чтобы сделать то, что они хотят. Вопрос лишь в желании. И последний пункт. Никогда не останавливайтесь. Если вы взяли свою дорогу, если вы выбрали свой путь, идите по нему до самого конца, точнее до победы. Бейтесь в жизни до победы. Если вы выбрали свою дорогу, свой путь, то вы обязаны там преуспеть. Никогда не сомневайтесь в своих силах, в себе, и вы 100% преуспеете в любой сфере. С вами был Эд Гринько. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте комментарии, если вы со мной согласны, не согласны, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Ставьте ваши комменты, пишите туда вниз, пишите все подряд. Обязательно на них отвечу. С вами был Эд Гринько. Пока!